Каля корпуса Гомельского державного университета незвычайно шматлюдно. Менавіта тут проходит первая у истории в области международная встреча студентов. Правда, принять усіх не дозволяют площади. Актовая зала различена на 600 мест, а только замежных студентов у нас значно больше. Сегодня Гомельская область можно назвать, напевно, своеобразным международным адвокационным центром. У местовых ВНУ учатся каля 1700 замежных студентов с 38 краин света, у тим ліку Злучених Штатов Америки, Германии, Великобритании и Индии. Зима в Беларуси часом холодная, але белый снег ведьми приемный, и на коньках кататься сподобалося. Студенты с краин, которые для нас заявляются экзотичными, кажут, что бачили в Беларуси шмат незвычайного. Большесть из их об нашей краине до приезда имели минимальную информацию, але теперь, сдается, никто не шкодует. Одна моя подруга была, она здесь учила медицин, и она мне сказала, что есть. Ну, можно сюда приехать и учиться, здесь вообще-то дешевле, чем в Индии. И вообще, ну, хороший был. Поэтому я видела, на интернет тоже видела. Акеке Чувелика из Нигерии учится уже на 4-м курсе медуниверситета и худко станет врачом. Кажет, что нашел в Беларуси шмат сябров из разных краин, яких теперь объединяет не только учеба. В общежитии мы иногда играем в теннис, в волейбол. И мы делаем спорт, мы занимаемся со спортом вместе. Подчас международной студентской встречи ее удельники демонстрируют свою национальную культуру и кажут об тем, что, махчима, после завершения учебы больше николи не вернутся в Беларусь, але заховают об ее самое теплое почутие. У речи эта краина, якая вызначается своей гостинностью, сгодой и миролюбностью. За час учебы молодые люди не просто оценили это якости, для некого, махчима, и они станут нормой життя. По великим рахунку, так нарожается народная дипломатия и попереджуются махчимые конфликты. Они же сегодня тоже решают вопросы, а в будущем это же и руководители, и специалисты, и так далее. Поэтому от того, как вот мы их воспитаем, как им мы скажем, что такое мир, дружба, на примере нашей республики, конечно, и будет многое сделано в плане миротворчества и согласия между народами. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».